Добрый день, друзья! Хочу поделиться с вами срочной и важной информацией. Все мы знаем, что сегодня мы живем в век информационных технологий и искусственного интеллекта. Все больше возможностей для мошенников. Появляются агентства-однодневки и подставные фирмы, которые делают монтаж высокотехнологичных систем и оборудования на скорую руку и с нарушением всех норм и правил систем безопасности. Вчера в суд Соборного района обратился клиент. После сотрудничества с одной из вышеупомянутых фирм, только что установленная система «Умный дом» в полночь, когда владельцы уснули, переписала квартиру на себя, после чего откатилась до заводских настроек и вышла в режим сна. Друзья, остерегайтесь мошенников, работайте с профессионалами.